переходим к следующему вопросу. Сегодня у нас 55-й вопрос. Как вы научились так снимать? С чего посоветуете бы начать новичку в видео? Если вы начинаете снимать в 2021 году, то ваш телефон вам в помощь. Все. Вам ничего больше не надо. Скорее всего, что вам понадобится такой вот прекрасный штатив, который называется штатив для Instagram. То есть на одном конце это мягкие такие фиксаторы в виде проволоки, да, в середине заложенные. На одном конце есть круговая лампа. Вы ее сейчас видите, вот видите, у меня ногти блестят, вот. На ногте играет эта круговая лампа, она маленькая. Так вот, вам нужна вот эта вот штука, она идет на прищепке. Самое главное, что у вас должно быть, чтобы, как говорится, все вами были довольны, это наличие хорошего света, который падает на в кадр, то есть освещение кадра. Также, если у вас есть возможность купить микрофон за $2, самый дешевый, который продается в AliExpress, я вас уверяю, покупайте его. Это лучше, чем тот микрофон, который есть у вас на телефоне. Я скажу так, что я сейчас снимаю на Samsung A50. У него 3 камеры, они там саморегулирующиеся, там и все такое. Но косяк этого телефона, как это ни странно, это звук. То есть хотя бы дешевый микрофон. Я сейчас, кстати, с вами разговариваю через микрофон, который стоил, по-моему, $1.5 или $2. Может быть, 2 это с доставкой, я уже не помню. У нас определенная доставка ценовая с Китая в Украину. Поэтому не могу вам ничего сказать. Короче говоря, я к тому, что сильно много не нужно. Далее, если прям подкидывать телефон, чтобы словить лучший кадр для видеосъемки на канал, в рукодельном YouTube не требуется. Жонглирование телефоном тоже не требуется. Взлет дрона над конвой тоже не требуется. Требуется четко, чтобы вы формулировали свои слова, мысли. Возможно, по максимуму убрать слова паразиты, ха-ха-ха, чтобы это не значило. И, в общем-то, все. Больше ничего никому блогер не должен, по моему скромному мнению. Вам, конечно же, всегда придет какая-нибудь мадам и расскажет, что вы экаете, акаете, делаете паузы между словами. На что вы смело можете отвечать, что вы не диктор телевидения, курсы диктора вы тоже не заканчивали, и поэтому, когда вы совершаете монтаж, вы не вычищаете звуковую дорожку. Потому что только те люди, которые ни разу не монтировали видео и не чистили дорожку от пауз между словами, чтобы это было какое-то на одной скорости и так далее, вот только они могут вам написать, что вы экаете, что вы акаете, цокаете, цыкаете, неправильно произносите слова. Не обращайте на это внимания, потому что только в том случае, если вам пишет реально блогер. А если это просто подписчик, поблагодарите его за внимание к вашей персоне. И все. Будьте дипломатичны. Потому что для вас это реально просто человек пришел рассказать свое мнение, свое фэ. Но он никогда не монтировал, не снимал. И поэтому не знает, сколько времени занимает почистить звуковую дорожку от изъянов речи. Вот так вот.
Вот все, что я могу вам посоветовать. Прям зеркалки, фотоаппараты покупать не нужно, потому что к этим зеркалкам надо штатив, который стоит очень хорошо. Самый дешевый штатив не получится. Имея штатив на ножках, на трех ножках, у вас не получится выставить камеру над конвой, как сейчас у меня. Просто потому, что это нереально. Просто это нереально. И это ваше хобби. Помните, что если это ваше хобби, то оно должно выглядеть как хобби. А если это уже что-то такое, чего вы хотите зарабатывать деньги, ну, знаете, вам вообще париться по поводу видео и звука не надо. Для этого есть специально обученные люди, как операторы и звукорежиссеры. Вот так вот. Спасибо большое, что вы были сегодня со мной. Надеюсь, что вы повышивали. До новых встреч на моем канале.